Для работы нам потребуется репсовая лента с шириной 2,5 сантиметра. Фетровые кружочки 3 сантиметра и 3,5 сантиметра диаметра. Серединка и резиночка диаметром 3 сантиметра. Берем отрезок репсовой ленты 2,5 на 6 сантиметра. Будем делать простой лепесточек. Подводим края к середине, делаем небольшой нахлест, всего нам потребуется 30 таких лепестков. Берем фетровый кружочек диаметром 3 сантиметра, приклеиваем первый ряд лепестков. Первый ряд составил 11 лепестков. Приклеим второй ряд. Второй ряд составил 8 лепестков. Переворачиваем цветочек и приклеиваем следующий ряд с обратной стороны. И последний ряд с обратной стороны составил 11 лепестков. Все, цветочек у нас готов. Берем серединку и небольшой фетровый отрезок, приклеиваем серединку к фетру и будем пришивать мононитью. Осталось приклеить резиночку. Для этого берем фетровый кружочек диаметром 3,5 сантиметра, резиночку и ленту шириной 1 сантиметр. Делаем разметки на фетре.
Резиночка готова, приклеиваемся. Все, вот такие вот резиночки получились. Очень аккуратные, небольшого размера. Диаметр данных резиночек 7,5 сантиметра.